Поговорити про можливий чеченський слід в останніх подіях на сході України ми запросили до студії кореспондента російської служби «Голосу Америки», журналістку, експерта по Чечні та Кавказу Фатіму Тлісову. Дякую, Фатіма, що ви сьогодні знайшли для нас час. Отже, як ви бачите роль чеченців у цих подіях в Україні і чого насправді шукають чеченці? Во-первых, нужно обозначить, что в Чечне очень негативно, особенно те чеченцы, которые живут в диаспорах, которые могут говорить открыто и свободно, относятся к тому, что тех людей, которые воюют в Чечне, в Украине называют, просто обозначают чеченцев. То есть для них это означает дискредитацию всего народа. Они говорят, что их нужно обозначать очень четко. Это кадыровцы. То есть это различие очень важно для народа в Чечне, потому что они также боятся кадыровцев, живут в страхе, как, скажем, потому что они несут тоже насилие и тот же беспредел, который они осуществляют в Чечне сегодня в Украину. Что такое, вот когда вы говорите кадыровцы, кто такие кадыровцы, что они собой представляют? Это очень сложный контингент. В основном это люди, которые выросли фактически на войне. Если посмотреть на лица этих людей, видно примерно по возрасту, что это 25-35 лет. И они фактически, вычти оттуда 20 лет. То есть с 10-15 лет эти люди выросли с автоматами в руках на войне и видели и только войну. Кроме этого, есть, конечно, финансовая мотивация, потому что они действительно получают компенсацию. Кроме этого, есть участие государства. Это люди, которые находятся на службе государства, так или иначе. И, конечно же, есть страх. Невозможно быть кадыровцем и перестать быть кадыровцем, потому что в Чечне абсолютное правило коллективной ответственности. То есть ты, ослушавшись приказа Кадырова или его ближайшего окружения, ты навлекаешь беду не только на себя лично, но и на всю свою семью, на всех своих родных. Любой может исчезнуть. Исчезнуть в Чечне означает оказаться в каких-нибудь секретных тюрьмах. Это пытки, это насилие и, в конце концов, это смерть. То есть вот эти главные мотивирующие моменты. Вот вы сказали, снова вернусь к вопросу кадыровцы. Сколько этих людей вообще существует? И вообще, какая мотивация лично Кадырова и вот этой группировки служить интересам России на территории Украины? Во-первых, они служат интересам России везде, не только в Украине. Эти люди были в Грузии во время конфликта. Это отрицалось с самого начала, но в конце концов были неопровержимые доказательства того, что все-таки чеченские батальоны воевали, присутствовали во время конфликта с Грузией. Конечно, Грузия очень была ошарашена этим, точно так же, как Украина, потому что люди не ожидают такого. И поэтому я еще раз хочу сказать, не нужно смотреть на это как на чеченцев только, потому что это люди, исполняющие приказ. Может быть, это главная их мотивация. Ну, кроме этого, это, как можно сказать, волки войны, которые привыкли жить войной. Сколько кадыровцев, сложно сказать, больше 2000. Но о тех, которые оказались в Украине, единственное факт, фактическое как бы подтверждение этому, которое существовало до вчерашнего дня, это фотографии НАТО о том, что переброшена 18-я мотострелковая бригада в Джанкой. И там в этой бригаде находится элитная 300 чеченцев спецназ, которые используются специально для таких операций, специально подготовленные люди. Возможно, эти люди оказались потом на территории Украины, да, на других, в других регионах Украины. Возможно, это те же самые люди. Вообще, их у нас буквально 30 секунд. Их вообще возможно победить? Конечно. Уничтожить? Не только уничтожить. Уничтожать пытается Россия, но, конечно, можно победить. И, как вы видите, Чечня сейчас находится в составе России.